позе видно, что ты не уверена в себе. Oh. То есть вы идете и хотите стать моделью, и о моделях вообще ничего не знаете. Ни одной не можете назвать. No comments просто. Чем ты лучше других моделей? То есть ты считаешь, что это достаточно для того, чтобы просто победить? Две удачные фотосессии? Какой-то накал страстей. Мне прям нравится. Я сейчас усну. Давайте следующий вопрос. Вы сюда пришли с кем-то? Да, у меня подружка здесь сейчас тут. Ты готова подстричься и покраситься? Серьезно? Да. Мне нравится. Я бы свои волосы ни за какие бы деньги не обрезала. Как вы думаете, какие у нее шансы? Ну, 90% из 100. Да, я очень волновалась. Она плачет, что ли? По-моему, да. Она реально плачет. Обнуляйся и теперь покажи нам эмоцию счастья. У меня очень хорошие хореографические данные, у меня хорошо с пластикой, я хорошо пою. Воу-воу-воу-воу-воу, ну-ка, сейчас поподробнее. Звезда. Ну, я занималась 13 лет танцами, 7 профессионально, у меня сертификат. На шпагат сможешь сесть? На каблуках? Конечно, high heels. Раз, два, три. Умница! Попереть. Браво! Браво! То есть вот так вот унижать людей для тебя это абсолютная норма. Она не проходит. Она не проходит. Работаю в школе логопедом. А первое мое образование учитель начальных классов. Как отнесутся родители детей своих, когда увидят вас, ну, например, в купальнике на экранах телевизоров? Ну, я думаю, что ничего страшного. Я могла бы это попробовать. Потому что я учительница. Меня зовут Маргарита Беляева, мне 21 год. А на тебе столько много тоналки. А мы можем отправить девочку умыться? Вот, а мне нравится эта девушка. Господи, все, мы не будем больше себя мучить, забираем анкетку и на престол. А зачем приходят на кастинг? За победой? Я разбавлю этот коллектив красивых девочек. Абсолютно. Мне нравится эта черта. Мне нравится эта черта. Это круто. Это круто. Это просто круто. Вот всем надо так. Ну, вообще было бы интересно посмотреть, как это выглядит на вас побритой. Как же, как где мои волосы? Господи, меня их подстригли. Жесть, я надо брать. Почему бы и нет? Почему бы и нет? Действительно. Привет всем. Почему бы...